Женщина. Я Башкирцева Елена Романовна. Живу с двумя инвалидами по 10 тысяч пенсия. Как можно прожить? За квартиру отдашь, и что там остается от этой пенсии, а? Вот Путину эту пенсию мою надо послать. Как бы он прожил? Ни один канал нигде ничего не показывает. Все у нас хорошо. Что Сирия, Америка, Украина. Сирия, Америка, Украина. Больше это правительство, это долбанное, ни о чем не думает. Почему телевидение ничего не показывает? Только хорошее. Как у нас хорошо живется. Как людям получают зарплату. Эту союз квартиру. Вот это все. Больше ничего нет по телевидению. Один это самое приходит, один, который губернатор, это Путину в кабинет, и говорит, ой, как хорошо, он про свою жизнь рассказывает, ну это хорошо, и Путин вот так, вот это все, больше ничего нет. Про свою жизнь, наверное, это губернатор рассказывает, как хорошо живется, народу, а это в самом деле ему живется хорошо. Сегодня митинг состоялся. КПРФ, конечно, не та организация, которая должна представлять это, но хотя бы спасибо ей, что она сделала санкционированный митинг, и где можно было пойти раздать листовки, выступить. А вообще это нужно, не важно какая партия, важно, чтобы, пусть это будет профсоюзы. Если бы был профсоюз, это гораздо круче было бы удар по этим олигархам, по всем этим упырям, которые ограбили нашу страну и взяли нас, как говорится, в плен. Значит, недавно вы знаете, что в соответствии, вот закон там рассматривался, а он высказал массу своих замечаний и был недоволен текстом этого проекта. Вот по этому поводу я написал такую штуку, которая называется «О футболе и царстве». Струхнул матерый президент, все обещания хорошие, вдруг завилял хвостом в инете пиарщика в Москве, послушал. Ему не нравится прожект тех халаев, кто ему служит. Ну что тут скажешь, слова же нет. Конфуз в футболе, нету хуже. Глаз триколорных тех вояк, народ протестами ведь глушит. Фанатов орвут поясяк, его надежды в них порушил. Перекормил ли их позер, блистал в море и на суше, в небе со стерхами с тех пор, лапшу нам навешая на уши. А этот, как его народ, уже давно все понимает. Жаль, он чего-то все ждет, с надеждой, речам внимает. Финита ля комедия. Все ближе, ближе в нашем царстве, когда скукужится масс-медиа, народа возродится братство.